начинаем последний концерт 88-го филармонического сезона. На сцене наш замечательный академический коллектив. За пультом маэстро Владимир Вербицкий, главный дирижер оркестра. Солистка Кёко Такедзава. Это замечательная японская исполнительница, которая начинала учиться в Токио, но затем закончила прославленную Джульярдскую школу в Нью-Йорке, и которая со скрипкой, купленной ей японским музыкальным фондом, со скрипкой Страдивари, вы все оцените звучание этого инструмента, великолепное звучание, сегодня гастролирует по всему миру, и мы рады сегодня эту замечательную артистку приветствовать у нас. И в первом отделении прозвучит ре-мажорный концерт Брамса для скрипки с оркестром в трех частях, сочинение 77-е. А во втором отделении вы услышите симфонию номер 5 до минор Бетховена, сочинение 67-е. За пультом маэстро Владимир Вербицкий, солистка Кёко Такедзава. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bach solo sonata number 3.